Ну, здравствуй, Димушка, зима. Точно говорят, зиме не нужно приглашение. Она решает все сама. Вот и решила к нам заглянуть в Пятигорск. Смотрите, меленький-меленький снежок. Но мороза нету. И вот такая кругом красота. На термометре плюс 2 градуса. Но снежок такой мелкий-мелкий. И вот так красиво все кругом. И вот наши растения еще все. Даже вот здесь вот розочка еще. Принц де Монако, смотрите. Снегу красавица. Вот там еще одна. Вот здесь еще одна. Вот такая вот. Вот там бутончик. Красиво. Вот гортензия подуболистная. Вот такая вот стоит. Красавица. Шапками укрылась. Листочки багряные такие. И вот пассифлора моя. Так, я ее один кустик оставила, который вот там растет. Посмотрим, что получится. И лилию не убрали. Снежком припорошила. Пускай зимует здесь, наверное, тоже посмотрю, что с этого получится. Вот здесь целая кисть еще цветочков роз. А что сделаешь? Вот такая красота. Красиво укутались. Но это ненадолго. Немножко и все. Вот мои экспериментальные розочки сидят. Тоже закрыты еще. Горлышки надо прикрыть. И вон там тоже укутались. А вот еще кустик с перцем. Еще был, не было мороза. Ставила, но уже все. Ну вот такой вот красавец. Вот моя хризантема. Конечно, тут уже не видно. Желтая, крупноцветковая. Цвела до вчерашнего дня красавица. Сегодня снежком ее закрыла. Вот розочка. Красавица. Ты мне очень нравишься. Тоже укуталась. Вот такая к нам зима пришла. Надолго думаю, что нет. Вот такая красота. Смотрите. Все розы стоят. Ну, вот так бы и осталось бы. Нет, немножко побудет и растает. Осталось бы вот так до самой весны. Розы не обрезала, еще не успела. Вот еще даже цвели они у нас. Видите? Сколько цветочков еще. Так красиво. Изгибается ветвь. Очень красиво смотрится со снежком. Вот и ненадолго. А вот кустик лаванды. Смотрите. Она еще цвела у нас. Вот такой шикарный кустик лаванды. Тоже укутался снегом. Ну вот, спасибо, что посмотрели, порадовались вместе со мной такой красотой. Всего вам доброго, до новых встреч!